Америка празднует окончание избирательной гонки. Все позади, Трамп выиграл. Хотя для меня и для моих родственников более ожиданная была бы победа Хиллари Клинтон, потому что сильный административный ресурс, мы привыкли к сильному административному ресурсу. В Вашингтоне набрали 95% Хиллари Клинтон. Хотя по всей Америке, Америка сегодня нам демонстрирует то, что это демократическая страна, и голос каждого избирателя, он важен. Для России мы должны взять самое лучшее из этой кампании избирательной, то есть Трамп, это в первую очередь бизнесмен, предприниматель, и он будет защищать внутренний рынок Америки. Нам, как России, нужно понять, что мы тоже должны защищать внутренний рынок своей страны. И, например, есть организация ВТО. Если Америке выгодно ВТО, то она ему аплодирует. Если ВТО невыгодно, Америка забывает про все, что с этой организацией связано. Так и Россия. Мы должны в первую очередь защищать внутренний российский рынок. И второй момент по личности Трампа. То, что он трижды разведен, то, что он организовывал конкурсы а-ля «Мисс Вселенная», говорит о том, что Америка будет держать курс на что? На дальнейшую свободу нравов. Россия здесь может дать фору Америке, потому что наши исконные ценности – это семья, это духовность, это нравственность, культура наша. Здесь не нужно брать пример с Америки, а быть впереди планеты всей. Спасибо.